пішаков танцювання всіх пальом! Thank you.
А если вы у нас на Алтае легенды послушать хотим, едем в Красногорский или Салтонский район и идем на Кумандинский двор. Кумандинцы у нас на Алтае первые рассказчики. Как бабушка старенькая у костра сядет, трубочку кумандинскую разгонит, ты легенду красивую поведет, заслушаешься. Oh.
смущенная сядет. Ой, вечерая, да и вечерая, прямо вся не так стало. Потеряла я свое колечко, да и теперь я не знайду. Да и теперь я не знайду. Thank you.
У нас на Алтае девушки.
моему любимому письмо написать, ну, в армию или в какую другую дальнюю сторонку, то она на татарский двор за советом направляется. И уж как только татарские девушки своих парней ласково не называют, и мотылек мой, и соловей мой, и солнышко мое, и птичка моя, только успевай записывай. Thank you.
приеду. А мы для гостей всем миром стол богатый накроем. А чем гостей угощать будем? Что на стол поставим? А вы угадайте. А вы, гости дорогие, помогайте.
шубы, там-та-дам, он парень, там-та-дам, он плывал штурм-салам, а за менем светлам, парень дуры, там-та-дам, он парень, там-та-дам, он плывал штурм-салам, а за менем светлам. Oh.
потому что с давних времен наш край казаки берегут. Как казаки бравые на конях скочат, да с песнями по улицам поедут. И девушки из домов повыскочат, лотки достанут, машут. Возвращайтесь, братцы! Из любых походов казаков с нетерпением ждут. Знают, что дома их подруги верные дожидаются.
Ви храбро захищали рубежи нашої родини. Слава вам даю! Слава, слава, слава! Дівчата, зустрічайте своїх казаків! Yeah.
мордовское, казахское, кумандинское, татарское, немецкое. Да умные люди 140 народностей насчитали. И русская молодежь у нас есть. И в больших городах в институтах учатся. И за границу, на море синее, да на бабабы посмотреть. Ездят. А все равно на родину, на Алтай возвращаются. И тут такая веселуха начинается. Thank you.
при создании этой программы мы обращались к жителям Алтайского края. И сегодня они приехали к нам из разных районов и точек нашего большого Алтайского края. Ребят, выходите на сцену, пожалуйста. Мы хотим поблагодарить за консультацию Науменко Наталью Сергеевну, Сигареву Марину Николаевну, Герасимову Надежду Александровну, Щербакову Ольгу Семеновну, а также наши замечательные национальные центры. И сегодня представители к нам приехали. Рябцева Марина Марковна и Атманова Анастасия Федоровна из Зарезовского района. Сегодня представители татарской культуры. У нас Флора Викторовна Зинасулина, Закир Закирич Сагейтов. Спасибо вам большое. Софья Васильевна Антоненко, Белорусский центр. Ольга Петровна Шульц, Немецкий национальный район. Представители Кумандинской культуры у нас не смогли доехать, да? Но вот в зале присутствует Наталья Арсентьевна Глухова, и она передаст обязательно большой-большой привет. И ваши горячие